Всем привет, друзья! У нас седьмая часть видео про нашу крышу. Так, сегодня суббота, у меня день рождения. Всем спасибо за поздравления еще раз. Так, мне надо исправить доску. Она что-то кривенькая здесь у меня. Сейчас я вам покажу, что я буду сейчас делать. Так, я хочу все заакрилить, все щели, которые здесь. И этот рот мне надо убрать. Попробую его шурупами прямо к стене прикрутить. Сейчас попробуем. Здесь тоже заакрилю. И еще раз пройдусь краской серой. А то у меня везде плюшины. Так, не думал, что они вчера все сделают. Мне, по идее, же надо еще трубу покрасить. Электрическую вот эту. Так. Вот. Ладно, начнем. А вечером погрилим еще. Отметим день рождения чисто в семейном кругу. Короче, с торца просверлил и загнал такой длинный шуруп, чтобы прямо было. Сейчас силиконим, потом красим. Так, неровности замазал. Сейчас ждем, чтобы высохло. И красим. И сегодня надо мне еще, по идее, загрунтовать до низа, чтобы завтра покрасить. А то леса уберут и все. Не успел. Хочу вам показать такую вещицу. Вот такая штука. Цепляется, да? И она держит черепицу. Каждая четвертая плитка должна так сделана. Вот, получается, здесь она крепится. И раз так, и давит на черепицу. И черепица может двигаться. И на всякий случай не улетит никуда. Вот такая загигулина. Вот, а крайняя, получается, шурупом приделана. Вот она такая. Регулируется по высоте. И все ставится. И, как я вам показал уже, за край черепицы цепляется. Прикольная вещь. Вот окно у меня внизу. И от подоконника идет микро-щель. С той стороны, не знаю, есть, нет, меня здесь не видно. И чтобы ее убрать, нужно ее закрылить, и все, потом загрунтуется, покрасится, и будет нормально. Сейчас я ее замажу обычным акрилом. Все, сейчас кисточка с водой. Щели нету. Потом высохнет, и все хорошо будет. Так, только слез. Замазал акрилом доску свою. Серую, которая вверху. И загрунтовал стену. Снял ставни верхние. И загрунтовал до балок, до карпорта. Вот завтра, если все нормально, я покрашу вот эту треугольничек, так как потом они леса уберут, и мне уже сверху не покрасить, а здесь там внизу еще все равно надо эту стену мыть. Не знаю, что делать со ставнями, или их попробовать перекрасить самому там, в серый цвет или в белый, не знаю, потому что коричневый, конечно, не то, но видно будет, посмотрим. Так, сейчас хотел еще краской пройтись серой. Или подождать, пока капитально высохнет этот акрил. Не знаю. Надо будет посмотреть. Подождем. Ух ты, какой уже виноград-то здоровый. Я не смотрю. Он уже как взрослый становится.
Такс. Ну вот, решил немного отметить для себя. Виноградная лоза догорает. Я сделал печенки. Сейчас поджарю рыбу. И еще что-то увидите. Так что так. Так. Это у нас грибы, шампиньоны. И в них лежит мягкий сыр с плесенью. А под фольгой у нас готовится лосось, красная рыба. Сейчас она проварится, мы ее откроем, чтобы она еще маленько подрумянилась. И все. Ну, грибы долго делаются. Он потом сыр расплавится. И будет отлично. Очень просто делается и вкусно. Так, рыбу я убрал. Рыба готова. Сейчас грибы уже тоже подошли. Уже все готово. Надо сейчас доставать их. А здесь у меня такие свиные полоски. Они намотаны на палочки, на шпицы они такие. Вот. Сейчас они пожарятся. Они вообще быстро готовятся. И пойду я кушать. Правильно сказать, есть. Кушают только дети. А взрослые почему-то только едят. Так, вот нахтиш у нас. Такое как бы... Как он называется? Это сахар. Как? В общем, это сахар. Как зефир. Его жаришь, на огне грилишь. И такая вкуснятина. Вкуснятина такая получается. Очень хорошая вещица. Сладенькая. О-о-о. Ну, сахар. Зефир. Ну, прикольно. Вкусненько. На. Пальцы! Вещь какая, скажи. И братан ест. Так, сегодня понедельник. Ребята пили черепицу с той стороны. Сейчас я вам покажу. Сливы доделали. Решил я ставни убрать, снял, сейчас надо болгаркой выпилить, отпилить навесы. Вот так это выглядит. Два спилил, еще два осталось. Так, доску я покрасил два раза, закрилил. Так, там стык тоже нормально замазалось и сделалось. Все, сейчас спилил эти навесы, опять развел грязь. Надо сейчас какой-нибудь краской покрасить металл голый. Так как думаю, в общем, фасадной краской буду красить. Если буду фасадной краской прямо по металлу, то а вдруг он потом ржаветь начнет под ней. Короче, не знаю. Сейчас поищем, что у меня есть. Так. И потом здесь сделаю такие уличные ролады. Сейчас я покажу. Вот такие. Так, сверху будет. Пока два куплю, верхних. Так. Ребята сейчас уехали. Сегодня они сделали. Вот здесь все хорошо. Отпилили ровненько. Целый день пилили вот этот край. И то не доделали. Офигеть. В общем, вдвоем они сегодня были. Тоже грязи, хер его знает сколько. Все красное. Здесь они прямо пилили и подавали.
Один пилит, другой делает. Так, проверяем работу. Не знаю, нормально. Можно лучше, конечно. Но, в принципе, хорошо. Блин, как скользко сейчас. Так. Карандаш, конечно, не здесь. Вдруг дождь пойдет. Вот этот мусор. Вот. Почти доделали. Пару штук. Завтра придут электрики. И должны вот эти штуки переделать. Они сейчас очень низко. Их надо выше на 5 сантиметров. Не знаю, как они будут делать. И они мне сказали, лестницу мне примотают к трубе. И тогда я смогу слазить и покрасить трубу. В общем, я думаю, что в среду это я сделаю, как раз вроде тепло обещает. Здесь отмечено, потому что окно здесь будет. Они для себя ориентир сделали. Так, убираем линейку, идем вниз. Ищем краску, красим, что я сейчас отпилил. Хорошо. Ну а ты доволен, мужчина? Нормально, только потом наверх туда идет, как бы. Понял? Хорошо. Покажу специальную лестницу для кровельщиков. Для надежности ремни сделаны. Если она сломается, то на ремнях повиснешь. Легкая, гибкая. И можно очерепиться, если такая с выемками, то удобно класть ее на крышу. Вот такая лестница. Так, сегодня вторник. Я пришел с работы. Вот они начали класть конек. Пока непонятно, что-то мне пока не нравится. Ну, посмотрим. И здесь они тоже заклеили этим скотчем. Подготовили для конька. А так отсюда смотришь, вроде нормальный этот фирст. Ну, конек смотрится. Ну, видно будет. Глянем. Мне надо уже изолирован покупать. А вот на эту стену, чтобы изолировать стену. И вот эту. Короче, надо тоже думать будет. Ну, короче, надо сначала с крышей разобраться, чтобы все было готово, а потом уже дальше будем смотреть. Хочу показать, у меня такая штука есть. Замерять расстояние. В общем, фирменно. Сейчас покажу, как работает. Например, мне надо узнать, сколько здесь надо квадратов. Так. Вот квадраты исчислим. Так, 3,20. Сейчас он показывает. Вот. Сейчас в другую сторону. Сейчас сделаем вверх. Одиннадцать квадратов надо вот сюда изолированного. У них здесь нашел коробку. И в ней вот этот черепичный грибок. Для нашей вытяжки любимой. Мне вот интересно, здесь вот переходник. На разные. А у нас 75. Сейчас посмотрим. Внутренняя 83. 83. А у нас 75. Ну, как-то придумаем. Вот, в общем, черепица вон там лежит. А вот это для нее грибок. Тоже под нашу крышу. Вот так. Такая шляпа. Она, наверное, 300 евро стоит. Мне сначала говорили, будет пластиковая. Но что-то сейчас вообще не пластиковая. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Что у них еще интересного здесь есть? Вот это для конька, наверное. А, это, наверное, вокруг окна делать. Такая штука. Потом свинец. Свинец. Ой, какой тяжелый. Еле поднял. Так. Это специальные сверла. Сверлить черепицу.
Тоже нормально. Ну, там всякие шурупы. Я, кстати, нашел в интернете вот эту фирму, которая делает вот эти все их шурупы. Эти клибобанды. Кстати, не сильно дорогая. Я думал, дорогой этот скотч. Он стоит как бы 23 цента метр, что ли. Ну, недорого. Есть вообще дорогие. Так, ладно, давайте до завтра. Завтра я дома. Буду за старшего. Буду следить за ними, как они работают. Так, делают соединение с соседкой. Сегодня среда. Ребята, у ребят радио работает. Hier 60 Belgien Richtung Wittlich zwischen Prüm und Wachsweil ist eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der 60 Bingen Richtung Mainz bei Ingelheim Ost aufpasst. Сегодня закончили они. Вот такой свинец. Он, кстати, так классно подходит вообще под цвет плитки. Вот черепицы. Это у нее такая этот краска такая. В общем, здорово получается. Вот он начал здесь обделывать камин, ну, трубу. Потом шифер сверху будет, и все, и сверху такое, как оцинкованная крышка. Так, здесь он доделал. Ну так, ровненько все отпилили. Отлично. До конца. И с соседкой граница, все. Вся крыша, в принципе, готова. Завтра, если по-другому сделают растяжки, то нормалек. Вот такой у них сегодня день был. Здесь доделали крышу. Завтра окна привезут. Ну, послезавтра, может быть, даже окна будут делать. Посмотрим, я уже послезавтра буду. Завтра-то я на работе. А послезавтра я буду здесь. И в выходной я могу покрасить этот фасад. Привет. Сегодня четверг. С работы пришел. Контролируем. Трубу почти обложили. Приезжали электрики и сделали новые растяжки. Как вы помните, было здесь две. И одна была там где-то. А сейчас одну убрали, оставили одну здесь. И одно, другое место новую поставили. Так, мне осталось, надо покрасить трубу. Я как прихожу, начинаю чистить. Они все так оставляют, всю грязь в этом сливе. Я боюсь, дождь пойдет, у меня все забьет трубу. Тоже, блин, колхоз. Ладно, давайте до завтра. Идет работа пятничная. Так, привезли окна. Сейчас будут устанавливать два окна. Размеры 78 на 98. Так, два окна уже там. Сейчас еще одно окно. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю 7-е видео. А завтра я крашу фасад. Окна будут вставлены. Сейчас ребята доделывают. И на следующей неделе крыша у нас закончится. Так что ждите 8-ю серию. Все, с вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. Пока, друзья. До новых встреч.